Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами System Shock Enhanced Edition. Короче, смотри, я перезагрузил, игру. Смотри, загрузился, и вроде ничего не лагает, отлично же, да? Хорошо, будем иметь в виду, что это, возможно, сработает. Так, это нам не надо, пошли сначала сюда. Хотя, возможно, и не надо сюда. Здесь, смотри, что. А, нет, здесь ничего. А я тогда заходил, тут была... А, вот, фотка ее, смотри, это чувишки. Гребаный искусственный интеллект. Так, ты чё? Ты кто? Карточка доступа, отлично. Это что такое? Непонятно. Окей, ладно, идем дальше. Это дверь вроде. Блядь, это я что-то не... Что это было? Страшно, блядь. Оторванная голова, ладно. Хорошо, надеюсь, лагать сильно не будет. Как всегда, блядь. О, привет. А ты как тут оказался, чувак? Куда ты улетел? Дурень. Тупарь. Ничего, зато достаю к нему, ладно. Здесь есть какие-то двери, смотрим на карту внимательно. Вроде ничего нет, вот эта дверь, да? Здесь никого, хорошо, ладненько. Там везде, короче, это... Как ее называют, радиация или что? Почему меня там убивает? Как мне от нее бороться? Берем вот это. А, ты можешь работать? С этим нельзя, нельзя, нельзя. С этим можно? Ни с чем нельзя работать, что за херня? Это дверь? Это не дверь? Хорошо, ладненько. Идем тогда дальше. А, вот здесь, я так понимаю, я не вылезу. Не понял, а как мне туда выбраться тогда? Давай сохранюсь. Не знаю, из-за чего глюки. Возможно, что-то где-то подтормаживает. Что это? А, пехотная мина какая-то. Это что такое? Интервизионный пакет. Хорошо, а как мне отсюда выбраться? Ни хрена, а ты можешь по этому лазить? Ничего себе, ты красавчик. Хорошо, подожди, я потом, наверное, схожу в ту комнату, там, где радиация, возможно. Ух ты. Чё тут у нас такое? Чё у нас тут такое? Смотри, оба. А, вот это что такое? Правый клик в объект, чтобы бросить в его телефон. Зачем мне телефон? Телефон мне не нужен. Вот это что такое? Микроскоп, не нужно. Что вот это? Обломки нельзя, обломки нельзя. Вот это... Нифига себе. Слышь, этот огнетушитель есть, прикинь. А зачем мне вот эти батарейки? Тоже вариант. Мензурка. Шлем. Кадмбатар, набор батарей. Только зачем это все? Непонятно, в общем. Ладненько. Там где-то мело-мело кричало. Где ты, сука? Здесь? Дверь склада, дверь закрыта. Почему? Так, опять лифт, ну его нахер. Пойдем дальше. Воу! Вот это вот прикольно. Как-то надо вот так бросить. Ёбаные текстуры, блядь. Вот, сука, они неадекватные какие-то, я вам отвечаю. Одного убил. Одного убил. Ладно. Воу! Спокойно, спокойно. Спокойно работаем, она, сучка, открыла, прикинь. Чё это? Воу! Кто-то. Ни хрена они модные. Дай гранату, блядь! Блядь, съебаный текступ. Как здесь бросать? Я не понимаю эти гранаты ебаные. Как их бросать-то нормально, чтобы было, а? Я не понял, например, как я ее бросил, что она, блядь, меня убила-то. Там же до потолка еще 300 километров было. Но нет, она меня убила. Ты понимаешь, да? Что это, сука, бесполезная хуйня. Почему так криво сделали, алё? Ну зачем так было криво делать? Зачем мне эти батарейки-то? А? Я понимаю, что я их собираю, все отлично. Только нафига она мне нужна? Куда ее впихивать? Что она вообще дает? А вот это я не возьму, да?
Да, он мне не нужен, ладно. Камера, труба. Хорошо, камеру вырубили. Значит, смотри, в эту дверь мы пока что не идем. А мы берем, значит, пистолет и берем осколь. Так, смотри, они будут выбегать. Как-то вообще жестко прям все будет. Давай сохранюсь здесь. На 4-4-4. Окей. Так, давай еще одну осколку. Так, хорош, так эти выходят. My children, children, thrilled, блядь. Thrilled. Юпор, блядь. Падальщик. Сюда я сказал не двигаться, блядь. Ёбаная хуйня. Что такое берсерк? Чё со мной? Патроны! Чё со мной, блин? Не вижу ни хрена. То есть вот так, да? Жопа, жопа, жопа. На что я сохранился? На 4-4-4. Блин, что-то прям сложно. Как же тех убить-то, а? Газ-бомба, мина. Что такое мина? Может, мину положить там? Блядь, я не ту нажал. А я могу его назад поставить? Красавчик. Хорошо, что-то, подожди, пока что непонятный мне момент. Так, а этого я обыскал, да? Да, этого я обыскал. Подожди. Хорошо, я разбиваю там гранатами эти. Я вот хочу мину попробовать. Ага. Окей, там положил. Так, хорошо, подожди. Этого завалил. Одного. Или двух. Вот тут двух завалил, вот там роботы два были. Робот техподдержка, сука. Привет! Блядь, нихрена себе не меткие так-то. Иди сюда. Выходи, тварь. Сука. Людок. Да как ты так попадаешь-то, ёб твою мать? Как он так попадает? Ты видал, просто тупо в никуда стреляет и попадает. Что за херь? Блин, вообще жизни не хватает, ничего не хватает. Что за херня? У меня какие-то... Бляха! Там какая-то хуйня вылезла. Эмигат. Сука! Как вы меня бесите уже. Я вам отвечаю просто. Что это? А чтобы использовать одноразовая электронная отмычка. А кого можно отмычить ей? Гранаты. Хорошо, я потратил гранаты, и они... А трупы куда делись? Почему трупы испарились? Подожди, трупы же не должны испаряться, в принципе. Но они испарились, ладно. Есть еще кто? Нету. Ах ты, сука, там, да? Так, а подожди, это он где? Он вслед всей соседним? Батарейка. Блин, какая сложная игруха. Ты нормальный, ебать? Я еще тебя не увидел, а ты меня уже стреляешь. Ты серьезно сейчас? Как они так делают-то? Я в шоке просто, серьезно. Как так-то? Чё это? Обойма какая-то, крутая. Так как же его завалить-то?
Сюда он вылазить не хочет, сука. Блин, как они много здоровья выбивают, просто в жесть. Ебаха, он здесь, тут двое. А я в спину зашел, ха-ха-ха. Че у тебя? Почему нету аптечек-то? Аптечки здесь с каждого трупа должны падать. Ничего, серьезно? Встань. Дурень. Чего? Двойной клик на предмете. Ёб твою мать. Еще лучше. Так как они так попадают-то, ебить тебя нахер? Мне все, здоровья не хватает. Здесь боевка сложная очень. Может, ты будешь в него попадать, нет? Блять, стреляй, сука. А он, сука, сюда выходит, представляешь? Что там еще? Что это? Дохлые все. Фух, хорошо, ладно. Значит, просадка FPS, вот это когда она проседает до 1 FPS, значит, это просто глюк какой-то, надо перезагрузить игру. Типа, да зачем эти батарейки-то? Хоть бы что-нибудь объясняли. Ничего никто не объясняет, так что это. Во. Одноразовая отмычка электронная, которая мне... В каком инвентаре не хватает места, алё? Серьезно? Подожди. Ну-ка, давай проверим. Вот это. Что-то нет, это не то. Лучемет, смотри. Раз, два, три, четыре. Одна полосочка ушла. Теперь идем, берем набор батарей. А, понятно, для чего батареи. Ну, ёптить. Энергию восстанавливать, если что. Так что давайте будем бегать с этим. Пока что стрельбой займемся. Что это такое? Бумага, не надо, это не надо. Тут что? Ничего, отлично. Так, опять взлом этот. Так, хорошо, значит, это должна быть вот здесь. Это должна быть вот здесь. Нет. Так, хорошо, смотри. Наиболее выгодное для красного. Ну-ка вниз, если... Нет, так красный должен быть сверху, да? Получается, и еще сверху. А может быть снизу? Да. Хорошо, теперь этот. Вот и все. Классные загадки тут вообще. Так, смотри, где моя карта? Моя карта вот здесь. Тут я не пройду. Вот тут что? Я вылезу? Давай сохранюсь. Где только вот сюда. Блин, как сложно. Что-то как-то сложненько стало. Но если там труп... А, окей. Если тут труп лежит, значит я могу вылезти. Что это? Объект термос. А нахрена мне... Ух ты, блядь. Что это? Карточка доступа. А вот это... усиление интеллекта. А зачем это все надо? Для чего мне это все использовать? Интеллект вот этот вот. Для что оно помогает? Что оно может помочь? Я не понимаю. Так, значит, мне еще вон туда надо, в ту, короче, комнату. Там, блин, током меня бьет. Не током, а этим. Ой, а стой, а там еще что-то оставил. Еще и лифт есть здесь. О, начинается, блядь. Хорошо, ладно, туда не пойдем. Это глюк. Давай тогда вот здесь сохранюсь. Тоже сюдычки. Сютудочки. Сейчас что-то будет. Access panel is locked. Так, хорошо, мне нужна панелька, нужен код. Нужен код, а код у нас где? Так, шотдан. Есть какие-то циферки? Нету. Так, ищем какие-то цифры. Три штуки, наверное, да? Так, есть 18-10-72, но это не то. Finished. Heath and the others
Так, тут вроде ничего. А вот это тоже. Ни хрена себе, сколько я тут насобирал всего. Так, ага. Блин, нужно внимательно смотреть, потому что хрен его знает, где он может быть. Шодан. Так. Какой-то вирус она тестирует, эта гребаная сучка. Искусственный интеллект. А потому что люди долбоебы, нехуй с ним работать. 705. Или это уже было? Ну-ка, 705 попробуем. Так, в доступе отказано, значит не то, ладно. Так, 705 не работает. Так, здесь ничего нет. Так, почта, смотри, почты нету, инфо. Код коррекции лазера 199. Ну тут вряд ли он сюда подойдет, правильно? Конечно же. Так, кибер, ты что мне скажешь, кибер-шмибер? А где код взять? Так, журнал, смотри, журнал палуба 2. Здесь смотрим. Так, Шодан, Шодан. Ну, Шодан вряд ли мне что-то скажет. Вот что-то смотри, какой-то чувак. Лайфформ. Какую, короче, кого-то создать хочет. Какая-то херня. Ты хочешь богом стать? Дурочка. На палубу, Берга. 300. А где Эйп? 306 дымал написано. Cyborg 43S. The current strain of virus. Так. It's not just gamma. There's biocontamination leaks all over the station. And there's been a general recall of all. Так, хорошо, пока что не работает ничего. Журнал палуба 2. Все прочитал. Журнал палуба 1 все прочитал вроде. Почта. Ничего нет. А где мне тогда код взять? Серьезно, что ли? А какой код-то? Кода нет. Чё за хрень? Так, ну тут я взломал, окей. А вот это. Оп. Так, нормально? Хорошо, ладненько. Все везде заблокировано, похер. Блин, энергия здесь есть. А куда же мне тогда идти-то? Так, смотри, есть. Ну вот сюда вариант, но, блин, что-то так не хочется вообще. Еще вот сюда. А ну-ка, смотри, я сейчас сохранюсь и попробую. Просто попробую на 2-2-2-2. Вот тут дверь, конечно, глючит, да? А тут же не глючило, да? Когда я открывал. Ладно, глючишь-то глючишь. Давай попробуем пойти на лифт. Что лифт? Куда это лифт? Та-ра-та-та. Есть у нас на первый. Я на первом этаже, получается, да, или где? Давай на второй. Или. Или чё? На третий приехал, ни хрена себе. Чё там, камера? Воу, чё это? Чё это? Чё это стреляет? Не вижу, чё стреляет. Это какашка. Что за удар? Не пойму, что там стреляет. Не пойму, что в меня стреляет. Эй.
Ты умираешь там, нет? Нихера себе, сколько его херачить так-то. Ты видел, сколько я патронов выпендерил в него? Да попади ты в нее. 96%, опять все заново, блять. А нахрена это все мне надо? Так, а что это за штука и как ее убивать? Лучемет. Парализатор. Ее еще не видно ни хрена. Страшненько встает. Я что-то не понял, я тут был, что ли? Нет. Что это? Так, пакет нитроглицериновый пакет, окей. Пошли сюда. Блин, что-то стрёмно стало. Есть. А, тут ничего нет. Он как-то долго убивается, тот хрен. Ты чё? Сука. Лучемет у меня плохущий, хущий. Плохой ующий у меня лучемет стал. Не убивает никого. Перегрето, хорошо, окей. Ты умираешь там, нет? А что вот такое? 4 патрона. Тротикомет. Да что ты танцуешь-то, идиот? Короче, его нереально убить, да? Понял. Нихуя себе, блядь. Только так, что ли? Блин, я сколько патронов потратил? Это просто жопа. Ты серьезно сейчас? Ты что за хуйня-то такая? Блин, какие-то у него патроны есть, но у меня такой пушки нет, походу. Может, есть. Что это? Лазерная рапира. Это... Подожди. А чё, куда звук пропал, алё? Куда-то музыка пропала. Мне надо как-то трубу выкинуть. Угу. Вместо нее взять лазерку. Ой, я думаю, она покруче будет. Во! Вот это может быть покруче быть штучка. А куда музыка делась? Ага, привет. Он по стенам умеет лазить. Я тебе отвечаю. Он дурак. Он супер, сука, киборг. А, что здесь? Дверей никаких, ладно. Окей, взяли лазерную рапиру, это уже хорошо. Ладно, вот эта дверь. Давайте на этом закончим, потому что мне что-то стрёмно. Так вообще страшно прям стало. Хоть и все так, как было, но страшно. В общем, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании. А, комментируйте, и всем до встречи в следующей серии System Shock. Где будем дальше бродить по этим гребаным коридорам. Все, всем пока.